Хорошо прошел, да? 2:20. Ну да, так. Да. Алло, алло. Да. А еще здесь. Еще здесь. Я буду ехать, наберу. УАЗик самый класс, по-моему, для этого.
чуть надежнее, понял, и обслуживание 3 копейки. Да. Алло. Пока что у Джеки и ее проходит первый раз в страшно смотреть даже. Сошел с трассы автомобиль, немножко разбился. Но бывает. Ну, свои едут. Thank you.
Эх, жаль. Второй подъемчик и тоже проблемы у ветра. Ну, Нева есть Нева, это ж не УАЗик и не Митсубиси всякие там иностранные. Но очень коварная, потому что разогрев ездит поворотом, хочет и хочет, и хочет. Пока одни мучаются с подъемом, вторые мучаются с колесом. Что-то они сдались, решили перепроверить, что там у них не так. Не повезло. Эвакуация. УАЗик Патриот — это организатора. Ну, он же и проводит эвакуацию. Thank you.
тебе все-таки отремонтировать, а потом приходит кредование и продолжит кредование, это говорит, что желание... 12 машин и уже 3 поломалось, это много. Ну, бывает. В предыдущих соревнованиях 7 машин из 17 сошло с трассы по поломкам. Ну, вроде ремонтируются. И им дают, то есть, повторно участвовать, потому что успели, ну, в ходе, как бы, соревнований это все сделать. Сейчас будет опять УАЗик, у которого диск разлетелся в самом начале. Сейчас должен стартовать. УАЗики рулят? Ну, вроде хорошо прошел. Если бы с поворотом еще сразу рассчитал, вообще было бы отлично. А я помню, третий, четвертый год этот Миров Трофи в Гвардейской ездили. Его, конечно, сперва надо было любить, или потом профессионалы. Там ростовские экипаж, конечно, нравился, они там тирана. Да, Яник младший даже участвовал. Это Днепропетровск, у меня есть его номер.
очень. Чупик экипаж называется. А фамилия у этого Чуб, ну что-то тоже такое. Чубик. Мне нравится вот этот Мерседес, старый кузов направлен, на колеса были. Магдалин. Конечно, тоже чудо. У него, кстати, 1.7 инжектор, понял, что такое. А следующий когда будет, неизвестно? Осенью. Не, я не буду вообще здесь. На 9 мая там будет, вроде бы, как тоже там тусоваться.